Ну а жители Якутска большинство спонтанно присоединились к субботнику на игровой площадке «Обнаженные сердца». Любимые всеми детьми и родителями игровой парк раскрасили в разные цвета, рассказывает Виктория Константинова. Большую часть этого лета шли дожди и стояла пасмурная погода. Не успев как следует насладиться теплом и солнечным настроением, горожане решили сами добавить ярких красок в лето. Мы, конечно, женщины, матери, конечно, за то, чтобы наши дети росли в комфортных условиях. И наша задача состоит в том, чтобы для них вот такие условия создавать. К акции присоединились и обычные отдыхающие. Больше всех задумка понравилась самим детям. Захотелось внучке попробовать покрасить, и вот она стоит, первый раз красит. Чтобы красиво было на площадке, так, чтобы все дружно красили. Красим заборы. Тогда пришел, я не знал, что сегодня будет это, и просто активно поучаствовал, чтобы покрасить и очистить нашу эту площадку. Благодаря своей инициативе родители показали пример не только своим детям, но и всем горожанам. Если изначально в субботнике принимали участие всего 30 человек, то к концу дня количество добровольцев увеличилось вдвое. Валерия Константинова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.